Вы ее видите? Она прекрасна. Надеюсь, там мы справимся лучше. Надеюсь, Джаспер ошибался, и проблема не в нас. Надеюсь, там вы будете счастливы, как был счастлив я. Будьте на стороне добра. Книга вторая. Все, что мы сделали, все события произошли ради того, чтобы мы оказались здесь. Я тоже в это верю. Ты вызывала меня ежедневно в течение 6 лет и бросила умирать в бойцовской яме. Прости, Беллами. Совершая что-то ужасное, ты всякий раз просишь прощения, а потом совершаешь опять. Чудовище ли я? Да. Я твоя сестра. Моя сестра умерла давным-давно. Спасение идет от веры и хороших поступков. Мы пока ничего не совершили. Как вас зовут? Кларк Гриффин. А вас? Судя по тому, что я видела, эти люди счастливы. Их мир функционирует. Мы уничтожили наш. Если кому-то и нужно начать заново, это нам. Похоже, затмение солнца. Я чувствую. Звезды выстраиваются в линию. Пора бежать. В этом мире есть нечто похуже психоза, вызванного затмением. Что там? В лесу есть твари и люди, которые хотят убить нас. И если отстанете, умрете. Я не знаю, как здесь выжить. Чем больше сопротивляетесь, быстрее умрете. Там моя дочь. Я иду за ней. Во сне я вижу вождя, который пугает меня. Нет! Нет! Эти люди опасны. Они сожгут этот мир, как и предыдущий. Мы можем измениться. Я верю, что вы хотите. Но не верю, что сможете. Ха! Надо же! Не заперта! С 30 апреля. Если бы могла, вернулась бы и поступила иначе. Но я не могу. Никто не может. Приготовьтесь. Тревога! Я кое-что видел. Я уверен, что отправляюсь в ад. Столкнуться. Чего ты хочешь? Со своими демонами. Добро пожаловать в Санктум. Сотня. 6 сезон. С 30 апреля на CW и Алекс Фильм.